Банк. Наконец-то, блядь. Старый ворон. Сегодня только локоть залка не будет. Пиздеть поменьше будем, будет все. Посмотрим, у нас РТ 4 часа, никто не отменял. Осталось уже 2. Так и осталось 2 босса. По часу на каждого. Так, короче, ставлю рыбку. Рыбку. Вы Фрэнсиса не взяли в рейд? Он недавно. Фрэнсис спать. Давайте фулл рыбав. Лог новый, который. Стоим, короче, бегай за толпой. И смотри внимательно, у тебя ДБМ рабочий или нет? Нет. Старая, ты будешь сапфир брать? Нет, не буду, он у меня в банке валяется. А тебе нужен, что ли? Да, требую, кто будет, кто сапфир лутать? Народ. Вот кто там, Фростгорн, Старик, Жене, Мой. А, нет, не Беладон, буду. Беладон, Япончик. Требую геллоу рейд. Я бы тогда зашел, да. Лех, я тебя понял. Это, Лок, смотри, ты, конечно, извини, я тебя меняю сейчас. Поменяй иди, на меня лучше. Это, ты спать и не ливай. Смотри за игрой, трансляции нет ни у кого. Я будь могу здесь, подключить. Но... Будь здесь, если сейчас Гена подключит трансляцию, смотри, тактики изучай, все такое. Скачай мастер лут, ЕПГП, вот эту всю хуйню, понял? Да, понял. И с рейда не выходи, будь онлайн, чтобы ЕП тебе начислялось. Шкаф ставьте, Гену сумоним. Так, и чё, кого еще тусануть? Проня тебе надо? Чё? Да, Пало не надо. А Проня ливнул, что ли, или кикнул кто-то его? А он был? По-моему, Проня не был. Да я был, в запасе был. Сейчас я его спрошу, сейчас я его. А, из игры. Видать, поняла. Какая тундра. Только что буквально вылетел, по-моему. Он прям вышел. Ладно, неважно это. Сумоним Гену, что за попизделки? Давайте в натуре еще можешь либо в ЗС, либо в этот, в ЦЛК сходим. Ну нас. Там в ЗС. Лок, ты только не офайся, ты на замене, ты правила почитай. Можешь правила почитать, но смотри, у нас есть флудилка, там всякая хуйня. Обрати внимание, вон правила гильдии, ЕПГП, там ролики есть. Старик, туда если идти вот так вот, ну, в ЦЛК, нужно подольше, чтобы потратить. Мы же не 100% идем убивать, правильно? Лича 100%. Не лича, а джайну. А в чем проблема? Я имею в виду, что желательно рейд прямо сначала туда идти, а не там часик посидеть и разойтись. Вот это. Давай-ка, РТ есть и пойдем. Лучше действительно ЗС сделать потом. Фрэнсис не самонится, почему? Давайте убьем вот этих двух оставшихся боссов, убьем, потом. Парада, а ты чё, заходи на замену или чё, или потом понадобишься. РД, у нас миликов дохуище. Вагон, иди сюда. И в новогодние это, может, праздники этот рейд до 5 часов продлить, старик. Я со второго на третьего в наряд ухожу, а дальше, по факту, буду писать РТ, либо Лёха, либо Гена там поможет, если не потеряется. А, Лок, который на замене, портанист Долоран, друг. А, он, блядь, тут сидит. Поставьте, да, он в Дискорде. Или порт поставьте человеку. Да я уже портанулся. Я подумал, Фрэнсис когда где-то посадил вас. А Фрэнсис в рейде?
Лич, вот эту фразу мне напомни, либо любому из офицеров ГМу, чтобы тебе в заметках пометили, чтобы тебя не кикнули потом. У Фрэнсиса только ДК или еще есть? Ген, ты был? Да. Ну, порули парадом. А? Чек на пол. Беладон, ты новички, да? Да-да-да. Толгаран. Здесь? Тактику, да? Так. Пухан, я, два мага. На сбитие костов. Кто там еще может, блядь? Все, все готовы. Сметку выносим. Бульдивары. Это вот, получается, Толдорам и не орк. Бульдивары, маг. Нужна трейда выбегать. Даю отчет. Где расфул? Мелкая МК обна. У меня нет МК в этой ветке, я, блядь, скинул ее случайно. Кашки нет. Ой, баг. Просто ПВП ветка, я ее фарадал. Не, напоминаю, пул идет. Денчик выбежал. Тут же остаемся. Одного сразу притянете. Ханты можете трапы раскидывать. Два из трех этих. С этих столбиков можете через трапы кидать. Череп контроль. Остального тяните. ДПС до жопы. Оттяните одного жреца. Череп оттяните. Все, овцуем. Каст. Крестик бьем. Забил. Следующий сбейте. Это овечка там опять к вам идет. Босс играем. Можете, да, перебежать за него. К черепу идем. Череп сливаем. Череп бьем. К вам бежит. Череп, уйди. Ковце пошлите.
Фланг ждем. Дайте Индер по япончику. Уходим к овечке. Череп тяните. Контроль жрецом. Толбан подними, Никитос. Уходим на противоположную сторону. И туда тяните жреца. У вас у нас сливаем жреца, который у нас. Метка. Оттащите жреца до кашки. Метка. Сюда тяните жреца. Тут сливаем. У вас жреца играем. Метка с рейда. Метка все, босс убил. Давайте уже переводить. С босса переводим и босса не будем бить. Все, босса бейте.
Ну давай, три не падай. Читай. Наконец-то, наконец-то наплакал. Да, ну не та тренька, не та. Действительно, надо на раз. Блять, я что-то понять не могу, что за тренер, у меня что-то ничего не показывает. Забагалось. Что-то забагалось у меня, не показывает ничего. Я тебе давно показывает, только быстро роль её. Там должен был быть сапфир. Это моя три не упала, наконец-то. Я не знаю, что. Япончик, хочешь, я тебя обломаю? Чё? Ты её не занюбить может. Зачем она магу-то, ёбаный рот? Зачем она магу вообще? Она только локом. Что ты серьёзный, господи. Мага есть дома. Тьфу. Так, короче. Жунен, я тебе заберу, она тебе вообще не нужна. Вообще не нужна. Иди лесом, Жунен. Нет, это моя приня. Окей. Кирс Годом опять сек на другой канал. Все виновата, сова должна быть. Что надо ролиться ей. Блять, Джунуэн выиграл, извини, япончик. Да нахуя ему эта триня, она ему вообще никак не нужна, она только локом и шипом, шипе заходит. Да ладно, не мороси, он на лов спек нажал, что ты начинаешь уже. Да она задолбала, ну сколько, ну раз 10 или 12 мы ходили, ни разу не падал. В следующий раз бы зато как бы на тебя досталось бы чё-то. Наконец. Жена, скорее всего, тоже будет сапфир брать. Да, перерыв будет перед ластом. Жужина, а тебе ноги остались, да? Бля, первый статик, вы чё с Лёхой сделали, нахуй? Чё, да его дозорон, блядь, это... Да выбесил-то я знаю, я сегодня с ним разговаривал. Да пизда, я сам возмущён, нахуй. Ну, потому что вообще, неправильно блядь, это... несёт, блядь. Нахуй. Конечно, неправильно, блядь. Петушара просто. Дичь ебаная, нахуй, вообще, ладно, блядь. Бы, ну, вот, типа, вот, знаешь, написал бы... Ну, старик, ты чё там? Там в игре, например, в ПМ бы написал или в Дискорде. Типа, ребят, вы убиваете по багу, так, ну, типа, так не делаете. Зачем нужно было это писать на форуме? Да, во-первых, да, ну, там, сама ссылка форума, она неправильная. Я сегодня 500 раз свое мнение говорил, повторяться уже заебался. А в-третьих, ты, ну, во-вторых, ты реально правильно говоришь. Уж топ-гильдия, блядь, топ-ГМ, который самый, блядь, из прогрессивных людей в данный момент, кто бьет его в гере, блядь, добился успехов, уж можно было что-то шепнуть, еще что-то, а не на показ это фуфло, ну, это все выставлять. Покажу, да. Что это за бредятина-то, нахуй? Он же пидор, с помощью его только и получается, что серф либо поправляет, либо чинит. Что это за хуеплет вообще, подступок просто, я хуй знает. Похоже, я что-то... Вага, если ты в Дискорде, там выпали... Ботинки латные, защита блок щитов. Напиши, если услышал. Где моя боешка, блядь? Фрэнсис, ты здесь, слышишь?
Блин, вот поешка лежит. А, во, нашел. Да ее пока найдешь, блядь. Я не парюсь, я стою на боссе, только... Давай, ребят, сейчас перекурим, с первого пула убьем и пойдем либо в ЗС, либо в ОК. Ой, в ЦЛК. Таким составом убить Профа, Синдру и Лича можно. Джайна хуй с ним, там уже и РТ получится. Кирс, ты давай тут, блядь, смуту не вводи. Каратрэш или бунт? Я получу там где-то дрель или нет, но... Это ты будешь как я долгонок выбил. Гена, понимаешь, что мне нужна намага и долгонок из их стран? То есть понимаешь, что это в два раза хуже? То есть я, скорее всего, забью болт и просто буду ходить с чешкой и с секстантом, скорее всего. Ты можешь себе позволить купить второго долгонога с черного аука. А, ты думаешь, мне одного не хватило, да? С тем, что нам Т5 улучшить. Все. Тут я тупо вас слышал и сидел в другом дискорде. Чего? Тебя не слышно вообще все, что ты сказал. Я в другом сидел, с админами общался это время, все. А мы пидорасили их в это время, пока ты общался с ними. Надо было Лёха на громкую с этим пригласить. Да, ты бы их сюда пригласил, у них бы уши завяли, блядь. А вот, я говорю, поменять. Я Дизрону говорю, пошли в наш дискорд. Послушай, что тебе скажут люди. Блять, вообще не постесняюсь, нахуй. Так знаешь, сразу ты ему, слышь, нахуй, где он тебя, ник свой назови. Вага, кикнет с дискорда, потому что ник с ним не соответствует. Да. Знаешь, там знаешь, что начнется? Там начнется типа, слышь, ты ник скажи, да пошел ты нахуй, ёба. Мы общались, я, Кьяр и Дизурон, короче. Они хуйню гонят. В итоге пришли к тому, что Кьяр послал Дезерона нахуй и сказал весь контент делать нормальным. Ну наконец-то. Я сегодня, когда еще без тебя общался, я тут одному человеку доказывал. Я что говорю, играл на нормальных. Нас они сказали, решили. Извиняться будут, нет? Там будут что-то на форуме извиняться хотя бы. Я тут, кстати, вспомнил такую тему. Помню, Асгарду извинялись и платили по. По 100 бонусов им давали. Не, это так, это... Ну, при мне. Обосрали? Ну и обосрали. Ну, тихо, хуй с вами. Чё на станке будет? Насчёт этого... Дайте 100. Я рассказал, мы подумаем, что можно сделать. Да надо, блядь, не думать, надо продавливать их, Лёх. Нихуя не охуели. По 100 бонусов каждого, мы что хотел тему сказать. На нормальных серваках, с топ-диагремами они дружат. Они дают месяц тестов, блядь, всякой хуйни. Погоди, там это Лич рецептик какой-то просит. Чертеж, подними ему. Это, я сказал так, что типа, если вы хотите, чтобы не было никаких багаюзов и тому подобное, присутствуйте с нами в рейде и говорите, что это делать нельзя, это делается не так, блядь. А не так, что, блядь, мы делаем так, как считаем, блядь, а вы потом пишете, что это багаюз. Нихуя подобного, говорю, типа, присутствуйте в рейде, блядь, и смотрите, и говорите, это делать так, это делать не надо так. И все, блядь, все проблемы будут решены. Да по-хорошему надо по-другому делать, надо брать топовую гильдию, которая есть реально на серваке, и кидать их на тестирование для выявления всех багов и выявления тактики, которую они должны вам давать, нам. В нормальных MMORPG всегда есть ПТС, где люди тестят сначала контент. Я про это тебе и говорю, я вот играл на серваках, там топ-гильдии, они месяц, все, мы уходим в транс, потому что им нормальный контент нахуй не нужен, они уходят на тестирование. Потом выявляют тактики актуальные, выявляют косяки, баги, и получают за это какие-то бонусы, потому что они реально там, ну, как бы стараются, люди время тратят. И все, и весь сервак дальше играет и радуется, нахуй.
А здесь еще и упрекают. Все бесплатно делают люди. Какие-то лохи, наверное. Ну да, действительно, какие-то лохи. Я же говорю, им выгоднее бесплатно так вот наваривать. Ты нихуя не делаешь, ты просто получаешь бабки, а люди говорят. Тут постоянно хавают, у нас люди уходили. Просто интересно, тот, кто делает именно этот контент, то есть именно сами разрабы, они сами как-то проверяют это в реалиях игроков, или они вот кнопочку kill нажали и все? Вот проверили. Они использовали второго неубиваемого босса, потому что второй босс не сделан. Охуенно, нахуй. Я вообще в шоке. Второй босс не сделан, и сделали первого неубиваемого. Вот я кажется, догадываюсь, почему они роботу сделали почти 300 лямов. Просто чтобы его физически нельзя было убить. Так удивляетесь, как будто не в России живете. Доделано, типа, мы сделаем позже, потом все введем. Так, нормально. Так, даже вот на время рупорта, блядь, тратится, от этого, блядь, звездочета не добавлено вообще. А, сори, тут еще трэш. Ну прибавьте тогда. Мы зря время тратим и все. К 5 минутам еще 3 добавь. Так, а ачивка есть первый на сервере за босса? За босса не за босса, за не есть. Только за келли. А за келли разве не с, о, с предмета? Там который... будет первый на сервере. То есть на джане, смотри, есть эпилог, да? Потому что ты прошел героическую, ну, версию полную. Вот, а есть такая же, только первый на сервере еще ходит. Не, просто к тому, то, что за убийство самого Келли героического давали же вот. За там шею. По-другому, думаю, будет ачивка. За шею, за Геру дается. Нет. Там крепость бурь героическая, а тут будет первый на сервере. Это вас только, наверное, заставляет ходить нерабочий, вот и все. Поэтому им пофигу, будет он работать. Просто зачем добавлять нерабочий, ну, анонсировать инст, который еще не полностью не сделали? Типа, в чем смысл? Потому что в него могут вообще единицы людей попасть, тебе не кажется? Все, курите. Объяви 5 минут, пожалуйста. Я поставил. Вот, там идет вот 3 минуты, и прибавьте к ним еще 3. Все, я тут. Лёх, по поводу самой механики босса, она такая должна быть, или они дохуя сейчас урона наносят? Там факт в том, что, блядь, механика босса не полностью еще работает. Как делают асгарды, это неправильно. Типа, оно так не должно работать. Они просто собирают весь трэш и полностью с первого, вот с начала фазы до конца фазы полностью этот трэш кайтят на первой фазе. Ну, вместе с боссом. Да, вместе с боссом. Ну, как я и предполагал. В рейдом они идут, где все РДД. То есть там миликов вообще нету, кроме танка. Ну то есть это да, то, как я тебе бред, предлагал кайтить где-то фростмагами, либо варами, правильно? Ну они, короче, кайтят и получается, смотри, они босса от трэша водят по кругу и трэш за ним по кругу бегает. Ну как я и... А рейд стоит по центру. Да, рейд стоит по центру, на косте они разбегаются, метки выносят. Я тебе тоже самое предлагал, ты сказал, что это хуйня. Ну там же не зальешь. За 8,5 говорил заливать трэш, я его предлагал кайтить. За 8,5 минут ты кайтом не забьешь босса 40 лямов. Понимаешь, не должен быть, блядь, рейд одних РДД. Как босса проходить? Одних РДД брать в рейд? Да, конечно, это бред. У нас нормальная тактика. К тому же на второй фазе у тебя, смотри, будет кидаться обезоруживание, да? Получается, ну, 4 этих на одном обезоруживание, на другом фир. На третьем дизарент, на четвертом будет сайленс. Ох, разница, если ты... Настю запускайте в рейд, я в сову. Выпускайте кракен. Ну вы уберите минус одного милика, как кого-то.
Да куда ты домой? У кого меньше всего ДПС, того и меньше. У меня меньше всего ДПС. Ген, поменяй, я рыбу ем. А у кого меньше всего? Я не знаю. Да у меня меньше. Праски меньше, по-любому. Лена, посмотри мой шмот, у меня это. Что? Вечность на ДД или нет? Кольцо, так, так. Правильно, правильно. Ну, все носово надето. Ну, я не знаю, ты мне... Ну, я тебе говорю, все носово надето. Ну только ты в дереве как бы стоишь, но это совсем, ну, не важно. Главное шмот на сову. Согласен. Я же говорил, у меня меньше. Чего у тебя меньше? Там, блядь, Тимбыча линкую, Тимбыча помимо сегодня не было. Так это когда-то, какая разница, он на первом месте. Фрэнсис, вон, на первом месте. Я на первом. Пускай Фрэнсис идет. Пианист, а Асгарды видели нашу тактику? Никто не видел. Иди, Фрэнсис, АФК. Адмирал уже постарался. Нет, там никто не видел так. Никто не может сказать, как мы били. Типа, если бы асгарды понимали, ну, они пишут, что, по-моему, на вторую фазу переводили. Окей, если бы они переводили на вторую фазу, они бы физически это не успели бы. С кайтом босса, трэша и всего тому подобное, ты просто на вторую фазу не успеешь перебежать. И самое важное, что этот трэш остается. Он не умирает, блядь. Он потом пойдет к этим четырем, по-моему. Да ну бредятина какая-то. Неудобная. Ну, хуй знает, может дело привычки, блядь. А зато милики не идут, да, на этого босса. Все факт в том, что ты прикинь. Там... Да не, Ауди, там не работает. Мобов, блядь. И их кайтит по кругу, и потом в один прекрасный момент эти все мобы, блядь, просто идут взрываться. Это вайп. Без разницы, к боссу они пойдут взрываться или этот. Потом на вторую фазу приходишь, и там снова мобы появляются. Как на второй фазе их кайтит? Вот в чем вопрос. Перерыв кончился, чек. Ну они проходят, убивают, да, его каждую неделю. Да нет, какой там, до второй фазы типа не доживал почти никто. Никто ее не видел. Грейф, Анзера, Талдарам. Нихуя, вот. Так это мы еще себя неплохо чувствуем. Вы до какой доводили фазы? Ну мы до второй доводили. То есть мы знаем, как почти, знаешь, вот по тому способу, которому сейчас били мы, получается, мы можем пройти, да, дожить до второй фазы, и на второй фазе 50% еще там снести босс, знаем как. Остальные 50 еще нет, не было возможности проверить. Я вот товарищи, знаю, а можно Келли убить, пока мы будем в другой инс бежать нахуй, вы будете говорить. Поставь рыбку. Поставлю, только давайте потом уже о вашей гере, блядь. Времечко-то идет. Конечно, идет. Еще часик можно ЦВКшку как раз залить и до лича дойти. Все, крайняя готовность перед ГП. Старый, подожди секундочку, сейчас. Все сразу подтвердили. Ну да, все тут. Кого пустишь, блядь? Когда пустяешься на ласт фазе в коте, урон проходит или нет? Нет. Ну, от падения не засчитывает, но от луча засчитывает. Ну, то есть можешь просто в коте достать. Ген, рули, погнали, убьем сейчас. Сейчас я перелетик. Все, погнали, Да, я готов. На перелете попиздить.
Так, я на посохе, да? На костах? Да. Три совы, кот и бревно. Циклончик. Тут контроли до жопы должно быть. Пуляйте, ну, това, твой. Все готовы? Кристобар, дай. Ну, танки, метки, пончик, где должны сдохнуть. Пончик. Я с тобой, с вами. Я тут, что пончик? Пристабав, дай. Прямо перед пулом. Вот все. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь. Ауди, не стой. А я летаю, ты чё, ну? Пончик, пристабав, дай. Вы справились с моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого наконец. Не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Эту цель. Кровь за кровь. Они застели, просто работают, я плохо слышу. Напоминаю, агро, а точнее, не таунчится мини. Поэтому следите за агро. Рэндж наберите. Слышь, Гримперсик, ты издеваешься? Беладона захил. И Мазафакера. Мазафакера захил. Бомба сейчас будет. Милики, кто на бомбе умирает, 100 гп. И для лужи то же самое, для всех дельник. Бомба 5 секунд. Все в трусы. На пол сразу дайте. РДД в череп. Все, улетайте пущу. Кто-нибудь посох видит? Да, он там прям лежит перед этим, перед лестницей. От топора отойдите.
На том вообще уйдите все за трусы и бегаете по вот этому кругу, не выходя за трусы, вот с этим ублюдком. Дайте спокойно танкам там в черепе, в кресте наагрить. Сова, я тебе говорю, за трусы уйди же, но я... РДД на раньше тёлку. Бомба без комбо. Войду за хил. Все, бейте Сангинару, РДД. Пять секунд активации. Выбивайте. Коват лови босс. После контроллера. Дай. Ну ладно. Иннеры по япончику отдайте парочку. Ложа. Контроль раздайте. Не убейте Ауди. Циклон ему еще дайте. Корни по Ауди можно дать. Все. Только потом продиспелить. Глыба. Глыбу сбили. Сбейте глыбу. Феникс играем. Лужа. Милики отошли. Яйцо.
Контроль 5 секунд. Контроль, раздайте все. Стопнули АУЕ. Коват Феникса. Боссов все бьются. Глыба. Глыба. Все, Феникса. Лужа. Подбан пухана подними. Милики отойдите. Феникс. Контроль 5 секунд. Лужа. Коват Феникса. Коват Феникса. Бегите от Феникса. Феникса можно по бокам танчить? Глыба. Ну как, с контроля выйду. Глыбу сбейте. Феникса. Женуэн, Локи, Берни. Кладбом, Берни, Робот. Дайте, мам. Яйцо. Кладбом пухана поднимал. Нет, нет, нет. Кого кладбом? Кладбон, Рогу, подними. Контроль 5 секунд. Лужа. Дерево. Бафы дайте по рейду. Никитос и Циклон. Драгонсену корни сейчас дайте. На, лягуху ему. Глыба. Вторая. Это Феникс убьем. У пока тут должен Милики быть БР. У пока тут последний БР. Не поднимай, не надо. Да, оставить. Последний БР. Все в келе. Должны перевести. Феникс. Нормально. Да? Боссы бейте все. Напоминаю, Милики уступает дорогу в гравитации рядом с боссом. Соф, законтрольте. Феникс убьем. Во-первых, у нас два БР, а не один, а во-вторых, инеры, почему не в КД? Они вообще их не отдают. Я все, я полностью сел по мане. Залейте по японцам. Япончику и на раз лейте, слово. Никитоса поднимите. Пока тут подними Никитоса. Еще два инера. Ну вы че, блядь, Феникс убейте. Надо слить Феникс. Гравитация. Рассоситесь быстрее. Не добивайте Феникса. Не добивайте. Приземлимся, добьем. Ставьте пока что. Четыре секунды. Падение две.
еще фениксы влейте. Милики отошлять. Быстро яйцо слейте. Все, играем в босс. Никитос. Лужа, Хан, Никитос. Он в луже умер? Да, да. Да. Никитос отдыхает чуть-чуть. Феникс. Забирай Феникс, и босса все бьем. Лужа аккуратно, около босса. Гравитация. Ренжу быстро возьмите. Хилам, дайте подойти поближе, пожалуйста. Пять секунд. Спускайтесь вниз. Кого-то, БР. Войд, забери босса. А БРов нет, я понял. А нет. Хорошо. Дайте ребаф по кого-то. Локи, если есть СС, закинь по кого-то. Феникс, смотрите. Инера откатились, закиньте. Все за откатились, да, Инера. Не все уже. Лицо залейте, бля. Быстрее. Ну хуя вы бьете Феникса. Гравитация. Переродился. Флут, убейте, пожалуйста, я сейчас ГП въебу. Одного Феникса коват на себя. Да. Так на нем уже. Вот. Гравитация вниз. Феникс по рейду летит. Фениксов не трогайте. Скоро Феникс выйдет, Войд второго заберет. В полете добьем. Найдите босс. Он всего лишь 19 лямов. После следующего приземления Геру набить. Лужа под боссом лужа. Пухи 40 секунд. Ничего страшного, сейчас добьем в полете. Там 9. Там 10 лямов. Гравитация. Видите, босс. Пять секунд. Сейчас прожмите сразу все. Так. Геру дайте. Уже. Добиваем. Дайте зубы по... Ложи аккуратно. Передам.
Друиды, я обещал скачать этот аддон. Я вам за инера буду ГП ебашить. Я устал вам объяснять. Посохопал. Всем друидам. Забери все в сумку, там ребут должен быть. 9 минут ребут. Забери все в сумку, в всякий случай, и релогнись. И потом разролишь. Да можно пока ссылка отпить, эти там разролить. А вот эту хуйню, если я в сумку возьму, я отдам? Ну раз... не знаю. По-моему, да, все равно там 2 часа эти передачи есть. Рульте эту шею. Ссылка, да, летим? Сразу фоткайте, кому что досталось, потому что, возможно, спадет таймер, без этого нельзя будет. А там на ЦЛК есть слот? Сколько за эту шею начислять? 389. Ген, начисли, пожалуйста. Кому? Вон, магу. Отдал. Не буду, Кир... ты лут начисляешь, а ты должен будешь рисовать. Хорошо, 389. Сейчас тогда до конца. Может сломаться просто. Чеш. А тебе она нужна, Настя? Она мне не горит. Там же сам. Я ее просто. Ну купи себе багруху. А, там нет уже с этого. Там на хила, по-моему, вообще на шее нету. Скорее, там ты же что, крит... пятый распылил, что ли? Нет. Сейчас она пишет на распыл. Так, скриншот еще сделаю на всякий случай. Настя, там только на РДДшника есть, либо на приста. Я просто понял, какие там шеи были. Я все разролю, Жень. Сейчас я релогнусь. Леха, скажи, куда идем? Да, куда идем? И там портоваться сейчас или перекур будет? Из-за ребута. У нас целый час еще, давайте, ребят. Сейчас ребут, 7 минут. Разницы, типа, мне без разницы, где быть. В ЦВК пошлите. Я лечу только туда. Сходите в портал, ребят, что потом... Все, в ЦВК все. Старик, Леха, сразу на пробу, да? Да все, мы паролим, блядь, я говорю, я релогаюсь, сейчас скоро ребут будет. Ребут. А меня слышно? Каждую вещь надо, чтобы на нее навести, что это, а это она. Как там надо будет доказывать, если что. Чё, Макс, таланты пиздим? Чё? Таланты пиздим у меня. Какие? Кто такой? Давай, ну и тебя. Я у Кирса спиздил. Кого, Синдры или с профа пойдем? Кстати, с маной не особо такой проблем. А поставь Гер. Это... Ладно, ребят, всем спасибо. За сегодняшний... Это кто говорит? Это лог Розелина. Я офаюсь. А почему так? Да мне через 6 часов уже вставать на работу. Ну давай, удачи. Давай, да. Заходите в целом. Короче, мы с тобой потом поговорим завтра на эту тему. Я, наверное, не предупреждал тебя. Нет. Ну все, я сейчас офис, а завтра я тебе объясню. Хорошо, все, все, завтра. Тут, короче, ходили с Сельдереем, Груль, Магика, Бычку. Блять, он, дайте ПС-ку, я могу по мане сеть. На Магике дайте Иннер, я сел по мане. Синдор ему, блять, постоянно на пул кидает. Так, в ЦЛК идем, да? Надо, да, выйти из места, с ЦЛК, кто зашел, выйди. Это при том, что это... у меня билд сделан, что маны еще... гораздо больше тратится, чем... Извини, что перебью. Друиды, я не шучу, серьезно, я скачаю аддон, буду КД ваших инерить. Сколько минут оно, блять, вот минуту продлится, я вам ГП буду бить. А в новом ДБМе же там все показывается. Сколько можно вас просто по-нормальному, по-адекватному просить? Ну, откатился инер.
на свое усмотрение. Посмотрите процентровку маны у хилов. Я сиху, что вам эрдрут закидывать не надо, он сам себе будет кидать. Там до хера, слушай, нров заливали. Ну, не очень они заливали. По япончику, смотри, по япончику было 120 на 1000 инером залит. На мне было всего 6 инров. Чек на АФК, лут паролин. Блять, у меня забагалось. 4 минуты. Блин, сделай АФК, все тут нет. Сложность попробуй поменять. Ребут 4 минуты. Давай после ребут. Да-да-да. Давай после ребут. Соскриньте все. Ну, типа, старый прочитал. Старик, выйди с игры, сохранись. Я уже вышел 55 раз, нахуй. И заскриншотил каждую шмотку. Вот еще раз даже.